Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем путь нашего средневекового короля в игре Kingdoms. В прошлой серии мы с вами начали новый мир, заложили город Штормград с тем же названием, и мир, собственно, с тем же названием. Для чего это было сделано? Для того, чтобы увеличить количество поселенцев на острове. Я создал мир на 3000 NPC, потому что у нас с вами за 4 серии практически полностью заселился наш предыдущий мир на 1000 NPC. Что ж, вот уже покупают у меня домики. Между серией я поиграл, покатался здесь по карте, давайте вам покажу, в каких местах удалось побывать. Прокатился в эту сторону, сюда немного проехал, не так далеко, как в прошлый раз я проехал, но постарался захватить немножко вглубь. Нашел как минимум 3 города. Но городами их назвать, конечно, сложно, там довольно мало построек, они такие еще пока не развитые, но я думаю, что разовьются. Либо мы с ними заключим торговые соглашения, либо просто захватим эти поселения, и они будут наши. И очень мне повезло. В каких-то из этих руин, я уж не помню, в каких именно, хотя руины здесь рандомные, мне повезло найти сундук, настоящий сундук с настоящими сокровищами. Потому что до этого мы с вами видели по 100, по 200, по 400 золота. Но мне удалось найти сундук с 11 тысячами золота, друзья. Вы даже не представляете, в начале игры это гигантский капитал, на который можно прокачать героя, на который можно купить какие-то перки, которые очень нужны в начале. Что, собственно, я и сделал. И, в частности, давайте я вам покажу. Я купил перк «Начинающий архитектор», который позволяет нам строить вот эти дома, начиная от этого и вот эти 4 нижних. Друзья, дома потрясающие, они гигантские, шикарные, просто дизайн сумасшедший. Посмотрите, какие хоромы царские, настоящие царские хоромы. Обалденно красивые домики, вот один, это самый крутой, это вот этот последний домик, который стоит 40 дерева. Посмотрите, вот здесь не самый крутой, предпоследний домик. Стоит 35, но от этого он не менее красивый и не менее классный. Вот такой вот домишко. Понатыкал здесь домиков и таких, и попроще, чтобы наши поселенцы закупали. Потому что я пока запретил поселенцам здесь строить. Почему? Чтобы они мне не испортили мою задумку с площадью. А мы с вами давайте продолжать. На очереди у нас кузница. Поставим ее вот здесь рядом с пекарней. Я думаю, что кузница будет очень годно здесь дополнять нашу площадь. Причем она такая, с горящим горном. Очень классно смотрится и выглядит, поэтому... Так, а что не так? Слишком крутой склон, да? Ну хорошо, тогда вот так поставим. А ну если чуть подальше... Нет, чуть подальше тоже не получается. Ладно, сильно выпирать не хочется. Значит, как-нибудь вот так вот, наверное, поставим. Давайте. Так, ну что, получается классно? Получается классно, конечно же. Начинающий архитектор также позволил безумно быстро строить дома. Посмотрите, как строится. Ну, на самом деле, у меня и так-то максимальное в настройках выставлено строительство, но начинающий архитектор усиливает это все, и мы строим еще быстрее. Так, дальше. Дальше я планирую установить лавку. А, это что у нас? Это пекарня. Нет, пока не нужно. Где у нас лавки? Торговая лавка. Кстати, большая таверна, деревянная. Давайте поставим деревянную таверну. Я думаю, что она здесь будет смотреться как нельзя кстати. Да, только вот проблема, конечно, в том, что рельеф здесь не очень приятный. Не позволяет гад строить. Вот где-то высветилось, вот здесь. Ну, немножко она, конечно, будет выбиваться тогда, наверное, из моей задумки. Ладно, ничего страшного. Хотя нет, вы знаете, нет, все получается. Даже, скорее всего, монтировать не придется, как быстро это все происходит. И продадим. Продадим эту таверну. Тут же, да? Тут же. Либо эту таверну забрали, либо какой-то домик купили. Давайте посмотрим. Да, только что выставил на продажу, и тут же улетела таверна. Продадим кузницу. Мы так и так сможем ей пользоваться, но пускай поселенцы пользуются. Сейчас, когда я закончу полностью площадь, я разрешу поселенцам строить. Мы с вами займемся остальными делами, а они пусть строят. Так, и конечно же нужна торговая лавка. Обязательно. Куда-нибудь вот сюда мы сейчас ее поставим. Кузня, скорее всего, да, кузница у нас ушла только что с молотка. Прекрасно.
Ну, как-то вот так, я думаю, наверное, мы поставим торговую лавку. Она завершит у нас площадь. Быстренько сейчас ее построим. Посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вот этот камешек, конечно, мешает, гад. Очень сильно мешает. Я пытался его убрать каким-то домиком, но он остается. Если домик рушишь, он остается. Ну, получилось довольно интересно. Конечно, чуть свободного места, но ничего страшного. Мы в любом случае это все застроим. Так, ну что ж. Выставляем на продажу торговую лавку и разрешаем. Разрешаем нашим поселенцам. Давайте посмотрим, где у нас вот. Разрешаем строить дома. Отлично. Смотрим, где у нас незнакомые поселенцы есть. Кто они такие? Нужно обязательно с ними познакомиться. А вот ты, друг, да, как раз на работу пришел. Трактирщик. Мне подсказали, что называется трактирщик, работник таверны. Ну, давай познакомимся с тобой. Стидингр. Интересно тебе имечко с большой R на конце. Сам придумал такой ник. Так, чему можешь меня научить? Пилигрим. Полезно, полезно, но пока нет. Собрать налоги. Десяточка, отлично. Ну, так как у нас с вами маленький процент налогов, конечно же, по 10 золота всего-навсего капает, но со временем мы увеличим. Что ж, немножко построились. Давайте посмотрим, что у нас еще есть невиденного ранее. Я прокачал столяра. И теперь у нас с вами есть возможность строить вот такую штуку. Дом работников по дереву. Давайте посмотрим, что это за дом, что он дает. Какие возможности он нам открывает при строительстве. Поставим мы его. Ох, жесть, какой же тут крутой склон на самом деле. Ну давайте где-нибудь его вот здесь поставим за пекарней, наверное, да? Сейчас только подумаем, как его правильно разместить. Более-менее симпатично. Так, вы знаете, этот камень, чертов, все портит. Гад такой, все портит просто. Ладно, тогда разместим давайте где-нибудь здесь за таверной. С вот этой стороны. Да, хорошо, можно построить, отлично. Интересно посмотреть, что это за такой дом работников по дереву. Посмотрите-ка, да? Стоят тут специальные козлы, да, или козлы их называют, чтобы деревья пилить. Бревна. Круто, управление хранилищем. Так, а что, собственно, здесь создается? Что здесь делается? А, понятно. Все, я понял. Здесь, в общем-то, все то же самое, что делается у нас с вами. Дороги рассчитываются, отлично. Что делается у нас с вами в кузнице? Ну, классно, классно. Постройки такие аутентичные, интересно. Все выглядит, продаем. И в кузнице давайте я вам тоже покажу. У нас нечто подобное есть. То есть у нас внутри здесь есть тоже верстак. И на нем можно выделывать кожу всякую разную. Лисьи шкуры, но для этого нужно прокачивать навык мясника, а далее еще, по-моему, охотника или что-то такое. Следующий навык, не помню, как называется. Чтобы снимать шкуры с животных. А из шкур, соответственно, можно делать всякие там кожаные сапоги там и так далее, кожаные кирасы. Довольно-таки интересно тоже выглядит. И можно делать седло, это самое главное. Седло позволит, видимо, приручить лошадь насовсем, чтобы лошадь была рядом и подзывать ее вот таким свистом. Еще, побывав в других городах, я скрафтил себе в одной из кузниц вот такой вот длинный двуручный меч. Но, честно вам скажу, я совершенно не вдохновился этим мечом, он безумно медленный. Мне нравился наш предыдущий. Самый первый, который у нас с вами получалось как-то сделать. Давайте теперь посмотрим. У меня есть немного руды. Хотелось бы сделать стальной меч, но для этого нужна стальная заготовка. 3 штуки. Соответственно, нужен стальной слиток. А слитков нужно сколько идет на одну заготовку? 3 слитка, значит слитков нам нужно 9. 9 слитков создаем. Сейчас потемнеет на улице. Потому что когда создаешь, темень кромешная наступает. Но нам не страшно. Не страшно. Мы поспим сейчас, пойдем, если вдруг чего. Так, смотрим. Давайте вставляем сталь. Длину лезвия меняем. Максимально, насколько возможно. Так. А, недостаточно опытный, да?
Да, то есть у нас с вами будет примерно то же самое, что и было раньше. То есть нам коротенький меч только будет доступен на атаку 20. К сожалению, всего-навсего, ну, ничего, в принципе. Хотя, с другой стороны, можно и подождать. Подождать, пускай заготовки, они не пропадут. И с железом мы тоже пока еще ничего не скрафтим, потому что только что вся, почти вся руда ушла. Ладно, я почему-то думал, что моего навыка кузнеца, а он у меня прокачан, ну, прилично. Да, вот, смотрите, на 3 перка вперед прокачан. То есть нам нужен либо продвинутый кузнец, либо превосходный кузнец. Видимо, чтобы создавать максимально крутые стальные мечи. Хорошо, тогда пока погоняем с этим двуручником. Так, ну что, тогда идем спать в новый день. Давайте-ка что-нибудь перекусим перед сном, чтобы не загнуться. Что у нас тут на 50? На самом деле меч классный, но он медленный. К сожалению, и получается из-за этого как-то возня. То есть за оленем бегать не особо приятно получается. Так, давайте часиков, наверное, 11 поспим. В 7 утра проснемся, будет самое то. Отлично. И корабль с поселенцами вновь прибывает. Ты кто? Угу. Ах, жесть, вступил в диалог, придется уже с ней разговаривать, собрать налоги. Давай-ка десяточку заберем. А, смотрите, упирается, не хочет налоги давать. Но если нам, смотрите, мне нужны мои деньги прямо сейчас, то у нас с вами упадет дружба. Ну, ничего страшного, все равно можно будет так. Ты кто? Архитектор. Вот как раз она меня обучила начинающему архитектору. Ничего страшного, что дружба падает, ее всегда можно всякими ягодками, бревнышками добить. Знакомый? Мадмуазель. Хорошо, да, буду мясо. 300 золота, смотрите, круто-круто. Чему можно учить? Алхимик? Нет, тоже пока не нужно. А ну, мясо еще нужно тебе? Нет, мясо тебе не нужно. Жалко, что квест на мясо всего лишь в единственном экземпляре. Но, друзья, ради этого квеста у меня 11 было припасено, 11 оленьих вырезок. Тоже побегал, тоже их нафармил. Так, дом мы работников продали, насколько я помню, да? Смотрим дальше, что у нас еще осталось здесь неувиденного. Ну, вот это место работы по камню, но смысл в том, что нам нужен горняк. У меня 3200 всего-навсего, поэтому мы пока денежки побережем. Не будем торопиться, не будем спешить. Давайте построим, может, парочку домиков, посмотрим, какие мы еще с вами домики не видели. Вот, например, вот этот домик за 20. Сейчас мы найдем ему местечко где-нибудь там на стороне, где у нас жилые кварталы, так скажем. Так, а мы прям давайте его вот так вот развернем сейчас спиной к тому домику, который сзади. Как-нибудь вот так вот сейчас мы его поставим вот здесь. Я думаю, что будет вполне нормально он смотреться. Проход здесь довольно-таки широкий. Хорошо. Продаем и давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Ну, конечно же, эти дома, которые начинаются уже самые последние, которые требуют начинающего архитектора, конечно, выглядят круто. Даже самый простенький домик выглядит очень и очень классно. Так, и что мы с вами делаем дальше? В одной из серий прошлых в нашем первом мире, который я создавал, я очень прям вдохновился фермерством. Мне прям очень понравилось, поэтому, скорее всего, давайте мы куда-нибудь вот сюда с вами уходим. Чуть подальше. И вот здесь мы с вами поставим нашу ферму. Здесь идеальная вообще площадка для полей, мне кажется. Мы здесь с вами все в итоге засеем, я думаю. Чуть подальше от города отойдем. Пускай город расстраивается, пускай жители там все сами делают. А мы займемся фермерством где-то в этих краях. В этих местах. Ну, домик, ты еще скажи, что ты не построишься. Слишком крутой. Интересно, насколько? А, вот, смотрите, здесь может... Но, слишком не нужно его туда далеко, потому что поля тоже не смогут на крутом склоне построиться. Ну, вот как-то здесь. Давайте также... Также назовем, как и у нас с вами называлась та ферма, Озерный край. Она у нас будет называться отлично. Так, хорошо. Хорошо, у меня уже нафармлено довольно много всяких культур. И огурцы, капуста, тыква, пшеница. Сейчас мы с вами будем строить грядки и будем все это дело высаживать. Так, давайте сразу же и начнем. Потом посмотрим, где у нас местечко для мельницы найдется.
слишком крутой. Вот, на самом деле, то, чего я, собственно, боялся. То есть, казалось бы, никакой он тут не крутой, этот склон, но почему-то игра считает иначе. Да, печальный момент на самом деле. Ну ладно, хорошо. У нас где-то и появляется возможность. Я думаю, что так мы с вами и будем строить. Вот, хорошо. Первое поле у нас станет здесь. Отлично. Нельзя, к сожалению, накидать этих полей. Потом все разом построить. Придется нам с вами именно вот таким образом. Каждое поле выстраивать по-своему. Так, слишком крутой склон, да? Плохо, плохо. Ну ничего, ладно, справимся. Да, на самом деле визуально кажется гораздо ровнее здесь площадка, чем на самом деле. Получается, что грядки эти в итоге будут разбросаны как попало, потому что, да, здесь вот, к сожалению, построиться нельзя. Так, секунду, давайте мы с вами поступим вот как. Где у меня было сохранение? Автосохранение. Давайте загружаем его. Хочу делать классно и красиво, не хочу делать как зря, поэтому мы с вами сейчас перезагрузимся. И даже минуя, наверное, постройку вот тех домов, которые я строил сейчас, ничего страшного, что я его не построил, мы с вами отправимся сразу закладывать ферму, только подберем более-менее ровное местечко. И вы знаете, чтобы дождь нас не напрягал, я думаю, ничего страшного, если мы с вами поспим ровно сутки. Чтобы пропустить этот дождь, ничего страшного. Здесь как бы пропуск времени идет только на пользу, так скажем. Пропустил, черт возьми. Поливает как из ведра, гад. Ну давай еще, ладно, я согласен. Нет, только подождите, давайте вот так сделаем сперва. Что-нибудь закусим. И вот так вот. Не хочу, он шуршит, неприятно этот дождь. Потом на монтаже приходится все это дело понижать. Так, у нас с вами 4.56, давайте еще парочку часиков накинем. Да, все. Чтобы у нас прям было светло, классно и красиво. Отлично, лучики солнечные, утренние, шикарно. Смотрим. Смотрим, чертова ферма, чертовы поля. Как вас правильно расставить, я даже не представляю. Ну давайте тогда не пойдем слишком далеко на холм. Вот здесь вот более-менее ровная площадка. Хотя, с чего я это взял? Сейчас игра меня разубедит в этом очень быстро, что она здесь ровная. Но мы давайте попробуем домиком проверить. То есть домик у нас ставится, смотрите, везде. Соответственно, и поля, я считаю, что должны стать точно так же везде, наверное. Хорошо. Закладываем. Чуть поближе. Чертов перфекционист во мне, друзья, не дает мне, не дает мне строить как попало. Это все поэтому приходится, да, приходится здесь немножко жертвовать. Слишком близко к другим строениям. Вот, вот то, что мне, собственно, нужно было. Так, поле раз. Ну, точнее, это не поле, это скорее грядка такая получается. Но посмотрите, насколько она классно выполнена. Такой заборчик старенький, да? Ну не старенький, а в том стиле. В стиле средневековья. Очень классно выглядит. Так, и теперь давайте посмотрим, сколько эти грядки друг от друга выдерживают. По расстоянию. Потому что, скорее всего, именно так нам и придется их располагать. Именно друг от друга. Потому что от домика мы уже вроде бы нужное расстояние отступили. Да, довольно-таки далековато получается. Но ничего страшного. Ничего страшного. Мы сейчас посадим несколько таких грядочек в рядок. Сделаем семена и засадим их этими семенами. Я думаю, что пшеницу перво-наперво нужно сделать, чтобы нам проверить потом, как работает пекарня. Вообще, в идеале, хотел бы здесь свою лавку торговую, чтобы через нее мониторить, что нужно поселенцам продавать. Через нее, например, там мясо, допустим, хлеб и так далее. Какие-то овощные культуры и смотреть... Стоп. Ах, жесть, спала. Так. По-моему, как-то надо чуть ровнее. Вот так вот, мне думается. Отлично. Я на самом деле без сохранения попробовал кое-что. Кое-какую здесь механику игровую.
я попробовал захватить поселение. Да, на самом деле это делать можно, это получается. В смысле, каким строением близко-то? Нет, ничего не близко, все нормально. Интересно, к какому строению? Так, ну допустим, допустим. Ах, криво получается, жесть какая, не могу. Не могу, меня ломает. Меня ломает, меня коробит. Так, ладно, хорошо. Давайте, наверное, вот сюда еще тоже парочку полей поставим. Хочу в итоге сделать довольно-таки размашистую, красивую ферму, чтобы когда поспеют все культуры, чтобы выглядело это все прям очень-очень круто. Со стороны. Смотрелось красиво. Так вот, что касаемо захвата поселения, да, действительно такое здесь есть. То есть находишь главу поселения, вызываешь его, так скажем, на дуэль без его ведома, ну просто начинаешь с ним сражаться и все. И поселение становится твоим. Подходишь к доске, пишешь дальше там, ну взять его себе, так скажем, и оно становится полностью твоим. Очень прикольный момент. Я думаю, что мы с вами парочку таких поселений, а может быть и все, рано или поздно, захватим. Будет довольно-таки классно. Попробовать вот это все, посмотреть, как потом они будут развиваться. Я, допустим, на захваченные поселения, скорее всего, особо влиять никак не буду. Пускай они там развиваются сами по себе. Так, где-то на острове новое поселение, хорошо. А, и забыл вам похвалиться вот этим вот, вот этим красавчиком, видите, да? Фулл комплект у нас с вами пластинчатой брони, это бандюга любезно предоставил. Нам с вами комплектик такой брони, я попросил его бандит. А можно мне поносить такую штуку? Он говорит, конечно, конечно, черт возьми. Возьми все. Поноси. Камешек, пошел вон, не нужен ты нам здесь. Жесть какая! Вы знаете, опасно продолжать, потому что камень может и остаться. И это будет очень-очень печальный момент, неприятный. Как-то можно так построить, чтобы камень исчез. Но для этого нужно танцы с бубном. Нужно постоянно крутить в итоге грядку. Вот, и ловить вот этот момент с исчезновением камня. Да черт тебя дери, ну как я вас ненавижу, эти камни, кто у вас придумал? А, нет, подождите, подождите, давайте сохранимся, посмотрим, исчезнет он или нет после строительства, ну скорее всего нет. А, нет, исчез, 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 прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, ну что, получилось, я думаю, что вполне годно. Нам для начала хватит здесь у нас, получается, 8 полей. И давайте, давайте, наверное, мельницу, да, куда-нибудь поставим. Чтобы у нас ферма приобрела в итоге прям полноценный, полноценный внешний вид. Шикарно, шикарно. Вот так вот поставим давайте. Мельница, конечно, здесь это вообще нечто эпичное. Посмотрите, как она выглядит обалденно. Какая громадина красивейшая, вообще класс. Ну что, пробуем. Пробуем изготавливать семена. Смотрим. Да, наверное, давайте мы изготовим сейчас все, что есть. Случайное количество семян. А дальше мы с вами уже будем делить. Что-то для посадки, что-то для изготовления муки. Так, пошли покупки у нас там с вами лавок и прочее. Сперва делаем все семена, которые у нас есть. Сейчас, конечно, пройдет, наверное, тонна времени. Семена салата. Нам с вами желательно контролировать чувство голода, потому что сейчас за этим изготовлением пройдет очень много времени. Семена перца. Скорее всего, не одни сутки даже пройдут, мне кажется. Да, вот чувство голода потихонечку уже нарастает. Давайте-ка что-нибудь скушаем. Так, перец сделали, огурец, поехали. Картофель. Делаем, отлично. Тыква. Идет вход. Морковку не нашел, а лук не нашел. Это все еще нужно найти, на самом деле. Все не так-то просто.
Зашли был день, вышли день, а прошло двое суток, наверное, не меньше. Так, ну что, давайте пробуем. Первые посадки, значит, у нас сперва идут пшеница. Давайте посадим несколько полей одной пшеницы. Так, я думаю, вот эти четыре поля мы сделаем чисто под пшеницу. Потому что нужна мука, хочу попробовать здесь что-то выпекать и продавать. Так, хорошо. А вот это вот на самом деле реальное время. Это даже не игровое время, поэтому тут прям придется, наверное, следующее, а может быть через одну серию, придется, скорее всего, снимать только урожай. Смотрим дальше, что нам нужно еще. А, вообще нужны огурцы в этой игре, насколько я знаю. На огурцы есть квесты. На семена, точнее, огурцов есть квесты. Поэтому давайте мы, наверное, пару грядочек. Приветствую. Приятно познакомиться. Вы кто? А, вы наш поселенец, да? Отлично, отлично. Чем можешь научить меня, начинающий мечник? Давай. Давай, увеличим себе немножко урон. Собрать налоги. Десяточка, хорошо. А тебе ничего не нужно от нас? Впервые. Впервые такое. Так, сюда тоже. Не-не-не-не, как забрать? Жесть, не туда нажал. Ладно, здесь пускай немножко пшенички будет. Вообще хотел огурцы. А где огурцы? Вот, огурцы. Так, хорошо. Ну, давайте, наверное, тыкву. А чего у нас, собственно, мало? У нас мало картофеля. Давайте картофель по максимуму высадим. И тыква, да, у нас сюда ушла. Получается, да. Отлично. И последняя грядочка у нас остается. Посмотрим, что здесь можем вырастить. Семена капусты. Капусты, да, будем делать пирожки с капустой. Хорошо. Годится. Ну и что-нибудь еще. Тыковку. Напоследок воткнем одну тыковку. Так, ну что ж, друзья, отлично, ферма у нас приобрела полноценный вид. Я думаю, что даже вот сюда, наверное, мы можем воткнуть одно поле. Оно, так скажем, немножко завершит у нас здесь по смыслу, да? Там у нас мельница, а тут у нас будет одно поле. Давайте построим. Хотя, скорее всего, да, крутой холм не даст нам этого сделать. Ну и ладно, не даст и не надо. Мы, если что, с вами продолжим расстраиваться туда, ближе к городу. Давайте оценим, как у нас все это выглядит, но пока выглядит это не очень. Круто будет выглядеть, когда поспеют культуры. Проклюнутся здесь, вылезут, созреют, тогда будет смотреться очень годно. Так, мы с вами довольно много пшеницы посадили, поэтому точно у нас не будет проблем. Давайте попробуем... А, жесть. Нет, сюда же нормальная пшеница. Хотел сказать, давайте попробуем остатки перемолоть в муку. Нет, не тут-то было. Не так-то это все просто и не так-то работает. А, выкладываем все. Все, что связано с фермерством, вот сюда. Еще я, кстати, научился делать вот такие лекарственные травы. Довольно-таки интересные. Тоже крафт. Мы заходим куда? Вот сюда в создать. И здесь есть лекарственные травы. Для этого нам нужен травник, а сильно действующие лекарственные травы. Нам нужен алхимик, которого у меня пока нету. Но, друзья, вот эти лекарственные травы, вот эти, которые я сделал, восстанавливают 50 здоровья. У нас 100, то есть они просто банально половину хп нам восстанавливают. Это очень круто. Я подрался тут с медведем, я на самом деле дерусь с ними уже со всеми здесь, вообще не опасаясь совершенно ничего. Так, и давайте я вам покажу навык столяра. Какую нам дает возможность навык столяр. Сейчас срубим дерево и посмотрим, сколько выпадает с него бревен и вообще на скорость рубки. То есть тук один раз топориком. И три бревна, друзья, упало, смотрите. А рубятся бревна вообще жесть, просто. Какой-то немыслимой скорости. Ну, у меня-то она увеличена, но... В любом случае, это ощутимо, когда ты пользовался сперва этой единичной скоростью, потом увеличил, потом прокачался. Сейчас-то вообще нечто прям потрясающее, очень быстро все происходит. Но вам, друзья, я не советую делать это быстро. Потому что... Кстати, у нас уже, смотрите... Постройка какая-то здесь заложена, интересно. Почему не советую делать, увеличивать скорость? Потому что, ну, реально потеряете интерес. Очень быстро у вас пропадет интерес к игре. Я-то это все сделал для того, чтобы серии записывать.
А вам я не советую. Вам советую все же на единичных скоростях попробовать сперва поиграть. Так, лавочка у нас продалась. Я в очереди, ладно? Кто последний? Я здесь встаю. Смотрим, что у нас тут есть. 1300 золота, да? Заманчиво что-нибудь продать. Что нужно поселенцам? Поселенцам нужно дерево, наверное, да? Даже не знаю, на самом деле, я бы продал хлам какой-нибудь. Но давайте мы с вами вот как поступим. Мы сделаем свою собственную лавку. Братаны, что-то у вас тут много, дайте я уйду. Мы сделаем свою собственную лавку. Не знаю где, ну где-нибудь давайте поставим, не суть. Она будет чисто наша, и через нее мы будем продавать всякое разное, ненужное и так далее. А вот здесь вот прям за пекарней мы сейчас ее и поставим. Так, вот она. А что нам нужно, кстати, негациант? А негациант, по-моему... А ну-ка. Давайте-ка проверим кое-что. Возможно, негациант как раз и стоит 2500. Мы сможем, скорее всего, его прокачать. А где у нас торговец? Путник, мечник, рудокоп. А торговца-то нет в поселении. Точно. Я его искал где-то неизвестно где. Но... Ты что там делаешь-то? Вылезай. Вылезай из-под текстур. Сдурел там сидеть-то. Иногда вот так вот у меня показывает поселенцев моих. То ли они реально сидят под текстурами где-то. То ли они где-то на поле. До конца непонятно, на самом деле. Но бежать туда смысла нет. Давайте вернемся, посмотрим остальных. Может быть, остальные поближе. А, кстати, а что, собственно, я заморачиваюсь-то? Давайте посмотрим, сколько стоит негациант. Да, наверное, смотрите, это 500, это 1000, а вот это 2500. Зачем он мне нужен? Я хочу построить крутую лавку. Вообще в планах масса всего хочется и лучника прокачать, посмотреть, как лучник здесь добывает. Интересно было бы увидеть. Так, а ну ты где? Вижу, хорошо. Куда пропал? А, может быть, это ты, да? Возле домика здесь тусуешься. Нет. Чем можно учить? Плотник. Закончился. Так, а может быть ты? Хорошо, добуду мясо. Отлично, кстати, на. Место забирай, 300 золота прилипает. Прекрасно. Налоги давай. Отлично. Чем можно учить? Охотник. Тоже полезная штука. Полезная штука позволит нам собирать... Рога, клыки, когти и так далее. Зачем они нужны, не знаю, но это делать можно. А, вот, смотрите, загорелась. Меточка куда-то пропадала на секунду и снова загорелась. Привет. В лесу полно ягод. Нет, принесу, конечно же. Держи ягодку. Чем можно учить? Тоже охотник. У меня, на самом деле, я тут между серией пока катался. Искал какие-то места интересные, руины там, чтобы пофармить, да, и золото поискать. И не зря, что интересно, потому что золото прям бахнуло мне, джекпот сорвал. Я на самом деле встречал в основном одних рудокопов. Это какая-то жесть была. Какая-то жесть. Смотрите, как красавчик, а. Тащит бревнышко, молодец какой. Давай. Как говорится, Бог в помощь. Друг, давай, удачи. А он в лавку его понес продавать, серьезно? А ну давайте посмотрим. Да, вот он стоит. А сколько здесь народу? Что, такая движуха, что ли, серьезно? А может вам что-нибудь продать? Давайте вот так вот сделаем. Продадим один кусочек мяса оленево. Хотя, ладно, давай. Продадим вот так вот, немножко ягодок. Штучек 20. Давайте дальше что-нибудь еще, что не знаю. На самом деле кортик мне вот мозолит глаза, давайте продадим его, плевать. Вот так вот. Посмотрим, будут ли покупать ягоды и оленье мясо, потому что оленье мясо у них пользуется спросом.
Куда-то она ушла. Она поняла, что здесь не пройти, и прошла просто через текстуры. Молодец, неплохо. Смотрим, у нас один неизвестный поселенец, но он где-то у черта на рогах сидит, поэтому... Да. Где-то под текстурами. На самом деле у меня такое бывает, не знаю, как это объяснить. Но куда-то они там проваливаются под текстуры, там сидят. Смотрим, что у нас с вами дали. То есть здесь у нас нужен негациант. И... Да, магазин, большая таверна. Здесь пока ничего. Здесь нужен начальник-плотник. Архитектор-горняк. Кстати, у меня какая-то беда со стенами. Я не знаю, они у меня не строятся. Вот, смотрите. По идее, нужно стоять то ли у колодца, то ли где-то в центре поселения. Вот, смотрите, сейчас выберу стены деревянные, потому что только на них у меня есть дерево. Построить стену. Ничего. То есть дерево у меня ушло. 100 дерева ушло, но стена у меня не построилась. Причем это уже второй раз. Я, честно, не знаю, что это такое. Поэтому давайте мы, наверное, загрузимся. Так, пошел дождик. Я думаю, что можно спать. И в новом дне мы с вами посмотрим, чем еще займемся. На самом деле, хотел бы вам показать один интересный городок. Вот этот. Смотрится он безумно круто на самом деле. Он реально на вершине горы, оттуда обалденнейший обзор, и эта гора, она немного в снегу. Давайте, наверное, я вам просто покажу этот городочек, потому что нам с вами сейчас основная задача ждать, как бы, чтобы наше поселение развивалось. А он вон там находится. Смотрится классно, обалденно. Плюс нам нужно ждать, чтобы выросли культуры у нас на полях, на наших грядках. Так что давайте мы, наверное, поспим и в новом дне прокатимся, посмотрим на тот крутейший городочек. Так, нам нужно примерно 14 часов, да? Нет, 18, значит, нам нужно где-то 13 часов поспать. Чтобы у нас где-то было часиков, да, 7 утра. И у нас уже 429 поселенцев. Смотрите, какая движуха, да, пошла? Классно. Они должны начать еще как-то строить дороги. То есть там, где они ходят, в основном, они в тех местах, 13 поселенцев по-прежнему. А ну не вылезти там из-под текстур, друг. Ну ты под эти текстуры залез теперь, да? Гад. Может быть ты? Нет. Держи ягодку. Давай налоги сюда. Кстати. Не-не-не. Ай, жесть, не то. Зайку понатыкал. Натыкал куда зря. Давай, подожди, давай задобрю тебя. А, не хочет, смотрите-ка. Цаца какая. Вот, меточка появилась. Давайте все-таки к нему сбегаем. Вдруг это какой-то полезный товарищ. Потом поймаем коня и... Жесть. Вылезай оттуда. Так. Хорошо, давай ягоды тебе. Чем можешь научить, сержант? А самое бесполезное, наверное, что может быть. Так, хорошо, ищем коня и куда? Я вам покажу красивый городочек. Может, мы на него даже положим глаз свой. Может быть, потом мы его себе отожмем. Захватим. Ну, а куда деваться, друзья? Ну, средневековье, Игра престолов, все дела. То есть, как бы, не было здесь добрых правителей. Так или иначе, королевства создавались, по сути, на крови. По большому счету, поэтому мы тоже будем отыгрывать роль такого средневекового короля. Который точно так же развивается, точно так же захватывает чужие земли. Здесь у нас пока пусто, ничего не подоспело. Я на самом деле не просто так бегаю, я ищу коня. Вот впереди уже есть. Но впереди есть еще и какие-то культурки растут у нас с вами, да? Давайте-ка сейчас это все соберем, это капусточка. Отлично. Прокачан травник. Позволяет собирать 3 предмета. Очень здорово, очень удобно. Так, ну что, нам куда-то с вами куда? А, где? Вот, туда. Ну что, отправляемся в путь. Ну что ж, вот мы с вами и на месте. Смотрите, смотрите, как на самом деле здесь все круто выглядит. Во-первых, заснеженная такая немножко вершина этой горы. Взбираться на нее удовольствие не для слабонервных, потому что конь очень тяжело тут заезжает вверх в некоторых местах.
Развития на самом деле здесь, ну, практически никакого у этого поселения. Все ровно то же самое, что и было, когда я здесь был первый раз. Здесь есть кузница, колодец и общинный дом. Более ничего. Но давайте мы сейчас с вами спешимся и немножко рассмотрим. Во-первых, какой здесь вид открывается обалденный. Смотрите. Практически одна из высоких точек здесь на карте. И вот этот поселенец, который здесь-то все основал, на самом деле красавчик, молодец, выбрал максимально живописное место для своего поселения. А вы знаете, какой открывается вид вот из этих окошек, да, в итоге? Смотрите, красотень какая. Очень круто. Захватывать именно это поселение смысла большого нету. Почему? Потому что я не знаю, будут ли сюда доходить эти самые поселенцы. Оно немножко на отшибе находится, то есть где? Вот здесь, наверху горы. Корабль вот сюда не приплывает, в лучшем случае где-нибудь вот сюда на берег, но... Что-то мне такое чувство, что здесь развития вообще никакого. Найти бы мне еще доску, но как-то вот именно доску почему-то я найти не могу. Порой эти доски стоят в каких-то совершенно непредсказуемых местах. Ее сходу найти практически невозможно. А, вот она, кстати, смотрите, повезло. Повезло найти эту доску именно здесь. Посмотрим, да, действительно, один поселенец здесь всего-навсего. Ну, захватывать смысла нет, пускай развивается. Если же, конечно, это возможно в этой части карты развиться. Потому что здесь, смотрите, за деревом ходить далеко. Вот, кстати, этот поселенец, по-моему, да, один-единственный. Нет, это не он, но у него есть квест на мясо. Бери, давай-ка сюда, 300 золота, отлично. Ну, в общем, как-то так. Нам бы теперь нашего коня назад. Вид здесь, конечно, крутой, но не более. То есть, в основном, это просто красивое место, но при этом ничего в нем, собственно, такого нету. Экономически, так скажем, невыгодно здесь будет строиться далеко. Деревья, поселенцы будут все очень-очень медленно и вяло строить, поэтому возвращаемся в наш Штормград. Давайте немного со стороны посмотрим, как выглядит наш город. Но выглядит уже довольно мощно. Вот именно за счет, конечно, вот этих крутых домов, самых больших, самых крутых, смотрится, конечно, классно. Потому что вот большой дом сейчас там виднеется. Он размером с ратушу практически. Чуть поменьше, но визуально очень похож на ратушу. Примерно такого же размера получается. Так, лаги чудесные, фантастические. Смотрим, у нас с вами уже есть первые всходы. Давайте оценим, что у нас здесь поспело. Что-то даже уже поспело полностью. Нет, не полностью, еще только лишь зреет. Посмотрите, сколько это времени занимает, с ума сойти. 55 минут реальных, друзья, минут будет зреть вот это вот все дело здесь. Прикольно, прикольно. Да, на самом деле грядок нужно очень много, чтобы в итоге это все прям... Ну, по кругу, да? Практически без перерыва все это дело росло. Потому что первые всходы нам ждать с вами, как минимум, не в следующей серии, а может быть даже и не через две серии, мне кажется. Огурчики поспевают, круто-круто. Так, ну что ж, я думаю, что в следующей серии мы с вами заложим второй город. Второй собственный, не будем пока ничего захватывать, пускай развиваются. Вот, мы с вами в следующей серии... Выберем какую-то площадочку поровнее. Примерно такая, как эта. И заложим следующий городок. Поставим его, так скажем, на саморазвитие. Может быть, кинем туда парочку первых домиков. А в остальном пускай ребята развиваются сами. Так, ну и последнее. Давайте напоследочек обойдем, посмотрим, что у нас здесь куплено. Кузница куплена, отлично. Дом работников по дереву куплен. Давайте посмотрим. Да, тоже куплен. Ребята молодцы. Скупили почти все. Я, может быть, еще поднакидаю им лавочек здесь, но хотелось бы, конечно, чтобы они и сами более активно все это дело строили. Как у нас было в прошлый раз. Поселенцев по-прежнему 13. У кого-то нет дома еще. А у меня свободных домов не осталось. Давайте напоследочек, наверное, вот построим домик. Какой-нибудь сейчас выберем, который еще не строили, не видели. Куда-нибудь вот сюда сейчас его поставим.
а куда-нибудь вот сюда, вот, пускай у нас такая продолжается здесь улочка. А не строил я какой домик? Не строил я, по-моему, вот эти три я строил, вот этот я не строил, мне кажется. Вот давайте как раз его и поставим. Где у него там вход? А, получается, с этой стороны. Нет. А, он получается вот такой. Хорошо. Хорошо, сейчас мы его как-нибудь вот сюда. Красиво. И воткнем. Камень. Как эти камни запарили на самом деле. Постоянно мешают. Олень. Кстати, это вызов. Но у меня нет меча. У меня нет меча, к сожалению. Я думал, может быть, меч у меня. Нет, не меч. Смотрим, здесь у нас кладовочка. Такая небольшая получается. И давайте оценим, как он выглядит внутри. Ковры на стенах, друзья, вот это да. Круто-круто. Ну, ладно, в это время, наверное, все-таки это было не элементом декора, скорее всего, утеплителем, так скажем. Смотрится классно, на самом деле. Кровати такие добротные. У меня, по-моему, меньше дома стоит, чем здесь. Так, ну что, вечереет, друзья. Отлично, у нас с вами несколько продуктивных дней здесь проведено. А, я его на продажу-то поставил? Нет, наверное. А, ну-ка. Да. А, стоп. Продается, все. Несколько продуктивных дней у нас с вами в игре прошло за эту серию. Обзавелись своей фермой, своими кузницами, лавками. Ну, не своими, точнее, но пользоваться ими мы тоже можем. Отлично. В следующей серии будем закладывать новый город. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии, канала в целом. Если есть какие-то советы, предложения, пожелания, друзья, все пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.